герцоги Сассекские по требованию Елизаветы II отказались от использования слова «королевский». 38-летняя Меган Маркл, Меган Моркл, и 35-летний принц Гарри, принц Хэри, сделали ставку на сына Арчи. Новый проект супругов получил название Арчуэл, Арчуэл. Название благотворительного фонда происходит от имени первенца Меган и Гарри, Арчи Маунтбеттена Виндзора, которому в скором времени исполнится один год. Арчи – это греческое имя. Оно обозначает силу и действие, вызывает глубокие ресурсы, которые каждый может использовать. Мы подключились к этой концепции для благотворительной организации, которую мы надеемся построить. Имя нашего сына стало для нас вдохновением. Мы хотим сделать что-то значимое, сделать что-то важное, говорится в заявлении герцогов Сассекских. Меган и Гарри отметили, что с нетерпением ждут, чтобы начать работу с фондом, который заменит их Сассекский королевский бренд. Сейчас супруги работают над созданием своего сайта для обмена образовательными и учебными материалами с помощью фильмов, подкастов и книг. Документы, касающиеся нового бренда пары, были поданы в США в прошлом месяце. Меган и Гарри рассматривают вопрос о том, чтобы оказывать собственные благотворительные и волонтерские услуги. Начало деятельности организации было отложено из-за пандемии. Как и вы, мы сосредоточены на поддержке усилий по борьбе с глобальной пандемией COVID-19, но, столкнувшись с этой информацией, мы почувствовали себя вынужденными поделиться историей того, как это произошло. Мы с нетерпением ожидаем запуска Арчуэл, когда придет время, цитирует Daily Mail обращение супругов. Герцоги Сассекские переехали вместе с сыном в Лос-Анджелес. Здесь они намерены начать свою новую жизнь после сложения полномочий членов королевской семьи. Во многом это объясняется желанием Меган быть поближе к ее маме, Дори Регланд. Однако после переезда они так еще и не виделись. Семейство находится в условиях самоизоляции. Младший сын принцессы Дианы и его жен были вынуждены отказаться от своего бренда Sussex Royal, как того требовала королева и высокопоставленные британские чиновники. Они также отказались от страницы в Instagram, где у них было более 11 миллионов подписчиков. Меган и Гарри сделали последнюю запись в аккаунте, попрощавшись со своими фолловерами.